Привет! Всем привет! Снимаем распаковку Машенькиного товара. Как всегда, у нее тут целая эпопея. Целая простыня. Я уже примерила бюстгальтер. У нас вот сейчас паренек один забирал заказ, кучу времени у нас, конечно же, отнял. Да. Машенька сегодня торопится, но пришлось ждать, пока парень все упакует. У него тоже было две большие коробки, пока мы это все проверили. Золотишко. Открыли, да. Да, золотишко у меня будет. Так что Машенькин заказ будем снимать в таком быстром режиме, потому что торопится человек. Это 90D. Да, пока парнишка проверял свой заказ, Машенька уже это все примерила. У нее было их два, в двух размерах. Один мы уже отложили, точно пойдет на возврат, потому что раз этот подошел, значит, этот будет точно маленький. Да. Так что этот у нас пойдет на возврат. Вот, мы всегда стараемся брать два пограничных размера, чтобы было уже вероятность того, что точно что-то выберешь. Все, ну и все, в общем, приступили. Я ручку приготовила, да. Поехали. Парфюм. Не говори. Слушай, теперь же говорить, да? Нельзя. Все, парфюм без брос. Я уже буду смотреть. 35 миллилитров. Просто заказала, хочу их понюхать. Вот. Ну и, конечно же, скоро 23 февраля, и у меня их девчонки просто заберут. Слушай, давай ручку возьму другую, это что-то как-то не очень-то пишет. Так, и второй вот. Я два взяла. Плохо же теперь нельзя эти артикулы вслух говорить. Ну да. Так, краска для волос. Салон. Клиентка заказала. Три штучки она заказывала. Ой, или четыре даже. Значит, в этой коробке еще будет. Маша у нас сегодня пришла с покрашенной головой. Да. С утра встала, красилась. Ой, я не знаю, я обычно с утра редко когда, честно сказать, крашусь. Уже я больше люблю или после обеда, или вечерку. Сильно уже требовала. Так, чаек мой любимый. Детокс вечер. Опять парфюм Амора. Господи, Амора Дезиак. Вот тоже у меня сильно цветочный, если честно. Не знаю, как он, может быть, когда развеется, получше будет, но прям сильно насыщенный цветочный. Мне пробники нравятся, вот хочу в такой попробовать. А это ты себе взяла? Ну, просто в наличие тоже. Разнообразие? Угу. Так, это у меня были наборы в чате. И девчонки заказывали для своих мужчин. Тут в этом наборе... Этот. Кстати, еще гель для душа я не смогла заказать, не было в наличии, жалко. Это для меня, мой любимый. Этот Дон Леон сейчас, кстати, будет в этом каталоге как подарок новичка идти. Да. И Амора Дезиак. Это... Ой, обожаю. Ой, и зашли в облако. Да. Вот этот спрей обожаю. О, кстати. Это у нас что? Это у нас цветочно-цитрусовый, да, микс. Да, это который последний к Новому году. Это который, наверное, была лимитированная серия. Да, у меня глаз чешется, капец просто. У меня вчера вскочил этот, как это называется? Ячмень. Ячмень, да. У меня теперь чешется глаз. Так, спрей. У меня их два штуки. Угу. Я вычитала, что вот этот спрей хорошо справляется... Ну, не только как антибактериальное средство, а еще и против грибка. Хорошо справляется вот на стенах. Против грибка? Ну, а, да. На стенах ты имеешь в виду? Да. Я заказала. Я помню, я интенсивно им пользовалась, когда, помните, ковид у нас начался, и все очень сильно болели. Я постоянно несколько раз в день ходила по всем комнатам, я его распыляла, убивала вот эти бактерии. Ну, я, короче, себе это я для обработки своего рабочего стола. Взяла один. А еще я в башмаки брызгаю. О, тоже там было, да. Написано. Оно как бы дезинфицирует, убивает вот эти микробы. Так, гель для душа мужской Ума Феличи. Это тоже набор заказала девочка. Вот парфюм туда же. И там где-то будет
Еще цитрусовая вкусняшка. Да, он классный. Это для меня. Уже который раз, я не знаю, я его пытаюсь для себя заказать и кому-то дарю. Интимка. Так. Это просто в наличие. Тоже заказала и подарила девочке. Ого, я не знаю, мне вот этот аметист не очень зашел, если честно. А мне нравится. Так, я пытаюсь найти. А вот. Крем для рук, концентрат защитный вот этот. И крем для лица есть еще такой. Но он прям плотноватенький. Да, он защитный, он не ухаживающий. То есть, если вы выходите, вы свой уход наносите, защитный этот крем, ну потом косметику уже как хотите. Потому что он не будет ухаживать. Ну, это для лица я рассказываю, это для рук большой. И у тебя я... этот и тот, или это да. Только для рук? Нет, и для лица тоже тут будет. Я девочке подарила своей хорошей знакомой, так она в восторге говорит: наконец-то я пришла домой, а у меня лоб не шелушится, у меня все в порядке с лицом. Ну да, от холода, от ветра, от мороза. Помада, это мне. Ой, я жидкими не могу помадами пользоваться. Да, кайф. Они подсушивают мне губы. Они у меня и так суховатые. Ой, да. Я завидую тем, кто пользуется такими губными помадами. У меня дочь любит именно вот эти губные помады. Только у нее там немножко в другом цвете. Тоже ярковатые. Ну, я обожаю. Мне очень идет яркая помада. Раньше, в красном цвете... На камеру показывать? Давай. Раньше в красном цвете был еще один цвет. Он не был такой ярко выраженный, как классический красный. О, я обожаю его. И мы не успели ей купить, дочери. А теперь его этого цвета получается нет. Куда она пропала? Не приходит. Или кстати, этот... Тут щеточка интересная такая, да, как... под губы. Да, под губы такой выборка у нее идет. Ей очень удобно красить губки. Вообще помада классная, блин, но мне не подходит. Засада. А если бальзам под нее? Не помогает, да, мне ничего. Так, салфетки. Мне вот интересно, они тут не указаны, что им можно, допустим, руки или рот вытереть, а можно? Ну не знаю, мы это иногда используем. Я просто видела, что Рима руки вытирала. Используем. В магазине мне уже жаба давит салфетки покупать. Думаю, ну возьму эти. Ну ничего ж тут такого не должно быть. Вот пропитывающий лосьон тут. Как бы... Ну, не знаю, написано универсальный. Специально для рук, конечно, не написано. Но мы вот иногда практикуем такое. Вот кокосовое масло. Ну тут не должно быть что-то такое, что повредит. Мы еще никакими прыщами пока не покрылись. Да, да, я что же. Мы покупаем в магазине салфетки, да, стараемся вот такую огромную бадью там за 50 рублей купить. И мы не задумываемся, что же туда положили-то в эти салфетки. Какие составляющие, да? А тут, думаю, значит, если наши, значит все хорошо. Так, это мне доверяем называется. Да. Гель для стирки. Все, только им пользуюсь. А у меня вообще в цветах они есть. Для темного, для деликатной. Ну, жалко, что сейчас нету для белого, как раньше было отдельно. А вот этот? А, раньше для белого белья отдельный был. Не, я вот белый им стираю вообще. Вот смотри, у нас даже на стенде он еще сохранился. Да. Вот. Я вот им стираю белое. Жалко, что супер. Его нету. Только я еще, когда белое стираю, я обязательно на 60 градусов ставлю и добавляю наш жидкий пятновыводитель туда прям. Ну, если ты точно знаешь, что вещь не... Не, вот прям то, что белое, рубашки, вот эти, да, маечки. Да, я имела в виду, чтобы вещь не села. От больших градусов вещь может сесть. Да, не, вроде нормально. Бышка в основном. Вроде рубашки. А так, отлично. В принципе, да, у меня все вот эти бутылки. А это подарок для моей клиентки. В этот раз в моем чате подарки получили все, кто заказывал, делали заказы. И там была градация по типу, как у вас, вот это вот, от 1000, там это... У меня была от 1000, да, от 1000, от 2000 и от 4000. Угу. И вот этот, получается, это средство, это было, да, от 1000 рублей. Вот.
выбрала. А, не, от двух, да. Вот, от 2000 выбрала девочка вот это вот средство. Ну, это отличное средство. Думаю, девочка довольна останется. Да. Так, это мне. Это мне. И мой. Вообще все любят подарочки, так что они как бы подкупают. Парфюм. Юдашкин. Антитабак, это, кстати, любимый Риман. Да, я тоже его люблю. Юдашкин Голд. Тоже взяла, попробую, может быть, оставлю себе. Но я не люблю такие. Мне не заходит запах этот. Мне он тоже не нравится, но я когда-то вот уловила какую-то нотку, которая мне понравилась. И он на всех по-разному раскрывается. И думаю, да, надо, наверное, заказать вот эту маленькую. Но я их не люблю, у меня все флаконы оригинальные стоят. А, и Донна Феличе вот тоже. Мою не заказала. И шарики. Этот с игрушкой, но там еще где-то будут шарики. Это для Аришки. Этот просто по распродажам. Бомбочки. Куб-куб. Куб в пузырьках. Оп. Дальше идем. Пакеты. Это как раз был пакет в подарок к тем наборам, которые я выставляла в чате. Вот, подарочные наборы там сама собирала, картинки там склеивала, интересно получилось. Вот, и к тем наборчикам были вот эти пакетики в подарок. Вот, два наборчика у меня заказали. Эта мочалка тоже была в подарок. Получается, от какой-то тоже суммы, я уже не вспомню, надо смотреть, сейчас я посмотрю. Это которая новая? Да. С сердечками? Угу. Смотрите, как упаковано. Да. На подарок подарить очень даже красиво. Вот там сердечки, зайду. Смотрите. Мыльца в виде сердечек. Ну, клево. А, вот. Все-таки от 1000 вот это средство для ванны. Ага. Средство или прокладки. Угу. От 2000. Вот эта мочалка или набор зубная паста с зубной щеткой. Mm-hmm. И от 4000 набор Storage Amore или химический пилинг для рук. Покажи девчонкам. Ой, о, надеюсь, видно. Вот так у меня были подарочки, да, на этот каталог. Чат, который активно у нее раскручивается. Да. Так, дальше, прокладки. У меня их вот этих двое, одни мне любимые, другие как раз в подарок выбрала девочка. По вот этому, который я сейчас показывала. Интересно. Что ты там читала? Я никогда не видела, что тут даже инструкция, как ее клеить. Ну, не знаю, можно для тех, кто в первый раз будет пробовать. Наверное, женщины, которые уже в курсе, куда и как клеить. Оп, затвердела немножко. Соль для ванны. Ой, я обожаю соль для ванны. Из новой серии Storage Amore. Мне нравилась соль, вот эта, которая у нас из зимней линейки. А, да. А что, она пропала уже? Ее нет? Не знаю, я как бы не смотрела уже давно. У меня она еще дома есть. Так, салфетки для меня. Блин, а я не те нажала салфетки. А ну, смотри, Татьяна. Дезодорирующие у меня в чеке. А ну-ка, покажи мне артикул. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Ну, я обычно для интимной гигиены вот эти салфетки. Дезодорирующие. Да? Ну, значит, тыкнула не туда. Ничего страшного. Так, еще одна помада. Что же тут? Это для меня сюрприз, если честно. Я сама не помню. Мне часто так бывает, что я половина не помню, что заказала. Вау! Ну, это же клево. Слушай, этот цвет уже будет очень красиво, мне кажется. Да? Ты любишь такое все. Ну, кайф.
Мне такие яркие цвета не идут, если честно. Вот тебе прям хорошо, мне да, нравится. Да, у меня волосы тебе. Темные, лицо светлое. А мне на мне я как, прости господи, а если бледным мажу, у меня вообще тогда лицо пропадает. Так, где там? А ну, салфеточки. Ну, не так уж и быстро сохнет. Как бы есть возможность еще это. Ума Феличи мужские, один из наборчиков тоже. Вот дезодорант с наборчиков. Дон Леон. Так, для меня любимый. Концентрат. Три упаковки сразу взяла. Ой, концентрат. А, да, правильно, фитоконцентрат. Люблю его вместо кофе. Я не люблю, мне не нравится. А я распробовала. И сахар контроль. Слишком лимонный. Да? Слишком для меня лимонный. Так. Дальше. Ежедневки. Тоже понравилось мне очень. Я никогда не пользовалась вот этим продуктом. Решила попробовать наш для интереса, ну, чтобы свои отзывы говорить девчонкам, покупателям. И вот меня заинтересовал этот продукт теперь на постоянной основе. Так, артикул не найду, слушай. Артикул? Вот. Тьфу, господи. А вот крем, который для лица защитный. Вот он, барьерный прям. Зима, о котором я рассказывала. Ну, тут, кстати, 4% масла ши все равно добавлено. Все равно есть ухаживающие свойства. А я почему-то думала, что он только защитный. Нет, ну не может, наверное, быть крем совсем без ухаживающих. Ну да, да, да. Не закупоривает поры. Может использоваться как основа под макияж. Но это то, что я говорила. Сначала его, а потом уже сверху макияж. Дезодорант Ума Феличи с наборчика. Это получается вот какой был набор. Угу. И пакет к нему в подарок. Очень даже достойно на подарок. Да. А пакет сейчас, извините, в магазине сколько? По 100 рублей, по-моему, такие, да, красивые? По 100, по 150. Ну да, красивые пакеты все дорогие. Да. У нас в компании дешевле намного. Так, почувствуй свою магию, Луника. Эти. Вообще люблю эту серию, не понимаю, почему ее убрали, именно Лунику. Ну, у меня она мне нравится больше, чем тоже всегда Store de Amour, если честно. Так, краска, тоже клиентский заказ. Шарик, еще один. Еще один. Пакеты для клиентов я всегда беру 10 штучек. Ну, на всякий случай. А, пакеты сюда. Пакеты 10 штучек. Ну, наверное, 10. А вот еще одна краска. Тоже вот это, да? Все разные, наверное, да? Там две одинаковых было. Вот а, это. Вот эти две. Угу. Так, что еще? Обезжириватель. Блин, он, конечно, очень маленький. Это очень. Я, кстати, тоже на него поглядываю. Я купила себе для работы. Ну, мне его на неделю. На неделю, наверное, хорошо себе хватит, да? Да. Так что. А сколько тут у нас по объему? 100 миллилитров получается. Угу. Так, и давай понюхаем. Ага. Кстати, я не знаю, как пахнут обезжириватели, не трудно судить. Ага. Ну, мне кажется, знакомое что-то, когда я ходила на ногти, что-то такое пахло. Ну. Или они все стандартные, может быть? Да нет. Пахнет неплохо вроде. Не, они по-разному пахнут. Это у тебя там? А, вроде. Так, и вот это я заказала по акции. Мне как раз нужна была пенка для умывания.
Вот. А акция была в каталоге, что для век за рубль. Mm, да, кстати. Я взяла пенку, и за рубль мне достался... Ну, это тоже очень даже хорошо, потому что этот крем не из самой дешевой серии. Да. Поэтому очень даже неплохо. Да. И умывалка классная. Умывалка просто суперская. Я хотела понюхать. Просто отличная умывалка. Угу. Ну, у нее такой нежный, ненавязчивый аромат. Так, что у меня тут любимая каталоги? Каталоги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 каталогов. А ну сейчас я клиентке напишу, может она сможет припоздать немножко. Мы уже не укладываемся, да? Угу. А у нас самое интересное. Да. Ну, у нас уж как всегда, сами знаете. Всегда пулеметная лента. Немножко задержали нас, мы немножечко отступили от времени. Потому что до этого тоже выдавали заказ 2 коробки. Тоже очень много было товара, пока все проверили. Вот, поэтому теперь галопом-галопом Машенька торопится. Угу. Так, и самая вкуснёшка. Боже мой, как я долго тебя ждала, зайчик. А чё они его вверх ногами поставили-то? Так, ты же не в коробке будешь забирать, правильно? Нет. Давай тогда моё со столом уберём. Вот такая вот классная штука. Да, блендер. Я ночью специально делала заказ, чтобы успеть его купить. Не спала. Так, каталоги твои отмечаю. 8 штук, да? Угу. Но он еще есть в наличии. Да, я тоже планирую себе прикупить эту цацку. Все, да. Договорилась. Клиентка придет на полчаса позже. Боже. Не факт, что мы его потом так же красиво упакуем назад. Ну, ничего страшного. Ой, он такой классный. Да, там у него эти всякие разные приспособления. Сейчас я его в каталоге найду. Пока там Машенька разворачивает, показывает. Так, что у нас дальше идет? А, ну сама вот эта жужжалка. Жужжалка, да. Сама основная жужжалка. Да. Вау. Погружной блендер. Вау. Слушай. Он так дорого выглядит. Просто. Так, две насадки. Тут даже измельчителя. Давай мы его прям конкретно покажем в кадр. Медный стакан с крышкой в комплекте. Удобная крышка-подставка. Тут все зеркальное. Очень цивильно выглядит, да? Ой, класс. Вообще тяжеленький. Регулировка скорости, турборежим, мощность 1000 ватт. Отлично. Быстро измельчает ингредиенты, помогая создать идеальные смеси и соусы. Сокращает время приготовления блюд и сохраняет великолепный вкус продуктов. У стакана крышка, которую можно одевать на дно, и он не будет скользить. Mm, ну да. Вот. Тут указано, удобная крышка-подставка. Да. То есть она как и крышка, и подставка. И что тут еще? Две насадки, измельчитель, мерный стакан с крышкой в комплекте. Да. Вот эта штучка. Показываю еще раз. И вот эта штучка еще. Вот. Ну, это тут фаршик сделать. Ну, небольшой, не маленький, такого среднего размера. Да. Да, больше. Отлично. Ага. Супер вообще.
Боже, боже. Это стакан, да? Да. Слушай, там написано, сколько в нем. Мера. Мера самый верх 700 миллиграмм, миллилитров. Да. Класс. Я думала, он только черный будет. Он коричневый. Тоже какая-то штука. А, это же для венчика. Да, для венчика. Вставляется вот сюда. Все упаковано, все прилично. Да. Все супер. Здесь все, ну не знаю, через кулек может не дадут, это мерные вот эти обозначения. Самое верхнее 700 миллилитров. Да. Крышка вот она внизу на донышке. Угу. Можно и накрыть крышкой, если в холодильник надо что-то поставить. И пользоваться как этой подставочкой. Так. Как оно тут все? Слушай, а ты все достала из коробки? А что? Не хватает? Ну, А, вот, я еще не отметила, получается. Видимо, прошли. Я просто проверяю, все ли тут отметилось. Ну, короче, да, я его сложила не так, как он был, ну ладно. Так, бюстгальтер осталось. Да, вот это уже... Так. Все. Виртуальный бонус. Кстати, где мои карточки? Они виртуальные будут у тебя в кабинете. А то что давали карточки нам? Мне нравилось. У меня аж 42, по-моему. Да? Ох, сейчас, подожди, я не глянула. Да, 42 штуки у тебя. Ого. Буду опять дарить своим девчонкам. Ну да. Может, кстати, прям карточки дарить. Ну да, я же говорю, когда давали именно бумажные карточки, оно классно было. Я подписывала и всем дарила. Не, виртуальные, да. Ну все получается. Все готово. А бюстгальтер мы будем показывать? Или нет? А я же показала. А, уже показывала? Ну, наверное, пока я с мужчиной с этим. Нет. Да? Так, я как пропустила. Не знаю. Где была в это время? Так, где мои сумочки? Так, сейчас я тебя как раз найду в накладной. Ой, торба моя. Не, ну сегодня, конечно, полегче заказ. В основном духов много. Да, бутылок сегодня у тебя не очень. Тяжелого нет практически. Так, сейчас сюда блендер помещу. Давайте. Вот. И сюда еще что-нибудь влезет. Главное, что умывалка. Ну вот, кстати, у меня сейчас из корейской серии, как она, Асиул, да? Мне душка в ней больше нравится, чем в этой. Я вот сейчас понюхала. Не, ну еще попользоваться, конечно, надо. Но в Асиул мне очень нравится. В Асиул, да, там она более выраженная. Подожди, очень, конечно, маленькая. Вообще, Асиул серия отличная. Я люблю Асиул. Гидрофильное масло вообще шикарное. У меня клиентка постоянно его заказывает, я тоже хочу попробовать, но все что-то никак.
Ну, его надо вместе покупать с пенкой. Потому что после ним пенкой надо обязательно. Так, конечно, что торговки. Ой, у меня сегодня даже сумочки легкие будут. Боже мой. Когда такое было? Ну, как всегда, то ремонт, то стройка. За окном надо, наверное, окно закрыть. Ну, там же школу делают. То у меня было прямо над головой у меня кто-то в квартире. Прямо вот над офисом. Полдня кто-то что-то долбал, не знаю, то ли кафель срывали. Там наверху. С ума не сошла, слушай. Уйти не уйдешь, потому что люди-то приходят за заказами, и сидеть, получается, невозможно. Ну, что поделаешь, бывает и такое. Ой, погода новая. Приду, буду мазать, красить. Сегодня хочу тоже снять для своего чата распаковку. Она у тебя каждый раз бомбочки использует, когда купается? Ну, если есть, то да. А если не принесу, еще мне говорит, ты почему мне бомбочку не купила? У меня дети уже взрослые, а тоже любят с бомбочкой купаться. Так что, не только для детей. Слушай, ну как они мочалку упаковали, прям вообще. Ну да, мне так нравится. Классно. Но у тебя тоже так хорошо упакованы. Я не покупала ни разу, если честно. Тоже, вот так, точно. Ну, только картинка другая. Тоже так, я на Новый год же брала на подарки клиентам мочалочки. А дочке что попалось? Где? На маникюре у меня. Слушай, я уже не помню. Что-то ей там, по-моему, не это. Я не помню уже. Что-то ей хорошее попалось. Да, что-то она говорила, что она еще удивилась, что был какой-то подарок. Но я уже не помню, что. Ой, пахнет так хорошо. Все классно. Чего? Бубльком пахнет. Мне как-то бубльбом отдает. Какая-то такая первая ассоциация. Клубничка. Так, все. Сейчас пакеты. Салфетки. Чай еще у тебя. Да. Оп. Все. А то у меня уже этот фитоконцентрат закончился. И мне как-то грустненько здесь не было. Так, подарок же еще не забыл. 13-й ты вроде говорила. А, да. Все, готово. Подарок. Отлично. Какой же взять подарок-то, а? Взять этот липовый гель для душа. Липовый. Липовый гель для душа. Липовый гель для душа. Да, у меня же там же на 10 тысяч, точно. Ну, у тебя, да, большой заказ. Ты еще сомневаюсь, ты у меня там, по-моему, на 15 тысяч. Да, у тебя вообще тут на 16. А, на 16 даже. Так что выбирай, что хочешь. Ой, да. Мне нравится. Ну, возьми. Да? Конечно. А это что такое? Это мы когда ставили его на этот, на стенд, а, делали пометку. Угу. Чтоб не прозевать, да, с рук? Угу. Не знаю, блин. Может, подумай, еще? Подумай. Понюхай. Давай ближе тебе притащу. Зелень. И выбираю. Мне вот этот нравится, только морозные ягоды.
Который компотиком или кисельком, как ты говорила, пахнет. Ой, я, наверное, вот этот возьму. Вот это тоже очень хорошо пахнет. Я его раньше как-то, он мне не нравился, а потом что-то понравилось. Цветочный который? Он, мне даже тут и цитруса есть запах. Да, кстати, что-то есть. Какая-то фрукта. То ли манго. Скорее всего, вот это вот. Какой? А, личи. Личи, да. Личи. Вот оно как цитрусом. Да, неплохо. Все, вот, его выбрала в подарок. Так, все готово. Ой, лишнего ничего не прихватили, как в прошлый раз. Крем для ног я принесла. Это не страшно. Абсолютно не страшно. Так, все. Ну, тебе понравился сам крем? Да, конечно. Ну, хорошо. Да, я себе один купила. С пантенолом очень хороший крем для рук. Он заживляет прям вообще супер. Да, эта серия хорошая. У меня какая-то ерунда выскочила на руки. Я не могу понять, что это. Ну да. Была сначала вроде как вокруг конопушки начала появляться такое пятнышко. Светло-коричневого цвета. Mm-hmm. Такое было ощущение, как будто конопушка расплывается, знаешь. Так. А потом покраснела. Не знаю. А еще вот я нашла у нас. Сейчас не знаю, как только теперь его найти. Не помню, как называется. А такой что, скажи, гель. Может быть, я такой гель. Его нет в каталоге, он очень дорогой. И он. Ты про кислородный бальзам говоришь? Нет. Нет. Его нет в каталоге. Сейчас. Здоровье. Вот тут. Мне прям интересно, про что ты говоришь. Сейчас я покажу. Вот он. Signum One. Я, кстати, эту продукцию еще не пробовала покупать ни разу. Хотя они идут очень нет, хорошие наличие, отзывы. Но у него бывает. Но у него отзывы там очень хорошие, это ничего не сказать. Там столько людей вылечили этим гелем. Вообще это про просто. Эту линейку очень хорошие отзывы идут. Я не понимаю, почему ее нет в каталоге. Может, всей этой серии. Тихо, не знаю. Ведь мы вроде бы соединились с этой компанией, мы сейчас говорим про чистоту. Почему не знаю, этой почему. Продукции нет только в каталоге? Только для своих, короче, только для зарегистрированных. Продукция, ну, просто отличная. Да. Вот все эти сигнумы. Боже мой, как почитала тут комментарии, я просто в шоке. У нас, кстати, там есть чат специальный, где именно вот специалисты отвечают на все вопросы. Где? Телеграм-канале. Да, надо мне это. Есть специальный телеграм-канал. Вот где. Вот, вылечила начинающийся насморк. Справился с герпесом. Сейчас. И герпес у меня бывает. В этом году что-то прям частенько был зимой. Трещины на ладонях и пальцах. Акне. Зубная боль. Ух ты, ничего себе. Сейчас. Экзема, ожоги, порезы. Так. На теле было уплотнение, исчезло. Слушай, все, надо взять. Я сама в шоке. Бурситные боли в стопе. Ух ты, я не знаю, что это такое. Бурсит это когда жидкость собирается в суставе. Вот. Коленные суставы, вот. МРТ показала грустную картину. Бла-бла-бла. Короче, 4 раза перед сном, 4 ночи. И, ну, облегчило состояние. Так. Вроде чудо-средство. Глаз после ушиба. Астма. Астма! Слушай, как астму им можно? Куда, ну, куда намазывать? Да. При астме. Это ж бронхи. Сюда. Получается, куда-то вот сюда наносить. Зубная боль опять. Разрыв мениска. Ух ты. Вот так.
Короче, чудо-средство. Канат. Боль в ухе. После бассейна. Пазухи. Этот. Гайморит. Слушай, там еще страниц дофига. Да. Я все вот читала, я в шоке была просто. Насколько. В общем, в личном кабинете ищите там, где продукты для здоровья. Вот эта продукция Signum. Ну вот бал подорожал, его было выгодно. Такая тоже хотела рассказать, как купить 50 баллов за 3700. Вот этот гель как раз был 50 баллов на 3700. Сейчас он 41 балл, но все равно как бы тоже. Вот. Если баллов не хватает, девчонки, берите. Да, отлично. Слушай. И полезно будет в аптечку, и как бы... Да, и баллы. Не всегда же таблетками закидываться сразу. Да. И вот эти все натирки аптечные, они же тоже все... Ну, ими нельзя долго пользоваться. Они же влияют на состав крови. Короче, его сейчас нет в наличии, но его можно словить. И он, буквально, если он появляется в наличии, то это может на пару часов. Все, его просто раскупают. Вот так. Это лишь подтверждает то, что продукт классный. Да, я очень тоже хочу его. Если когда-нибудь... Попадется такой момент, я буду что делать он будет заказ, наличие, да, да, я его обязательно куплю, пускай будет. Ну ты прям мне подала идею, я теперь тоже буду за ним следить. Потому что в домашней аптечке такое средство. Так, ну все, получается, да, побежала я, ой. Вот, это легенькая сумочка, нормально. Это немножко потяжелее, но тоже сегодня легенькая. Давай тебе две. Все, спасибо, всем пока, всем до скорых встреч. Все, спасибо. Обязательно увидимся. Конечно, увидимся. Да, я закрою. Все, всего доброго. Пока. Надо уже обновить. Я у меня уже тоже много каталогов. Надо вот такие штуки. Иногда люди бывают берут. Тут вот я смотрю уже не все. И обновить поновее положить надо. Стараюсь так, чтобы сильно старых не было здесь. Ну все, пока. Ну давай. Ага. Ну вот, дорогие друзья, такая распаковка у нас получилась сегодня с Машенькой. Вот, а снимала ее, как обычно, в нашем пункте выдачи Фаберлик в городе Краснодаре по улице Яцкова, 28. А сегодня такая немножко... Быстрая была распаковка, как мне показалось. Обычно мы любим поболтать, посмеяться, о чем-то поговорить. Ну, сегодня Машенька была ограничена во времени. И так ей пришлось списываться со своей клиенткой, переносить ее на попозже. Так что, как есть, так и есть. Вот. Ну, дорогие мои, буду прощаться. Обязательно увидимся с вами еще здесь же, в нашем пункте выдачи. Вот, и не только с Машенькой. Вот. А с вами была Татьяна, как обычно. До скорой встречи.